приготовление геля фитодент-пириогель с хлорофиллом и хлоргексидином. В состав геля фитодент-пириогель входит большой комплекс различных соединений, действующих мультинаправленно. Это и медные производные хлорофилла, это альгинат натрия, ментол, химический антисептик хлоргексидин, это экстракт пихты, касторовое масло. Гель имеет комбинированную основу, состоящую из воды, сорбитола, а также включает в свой состав пектин и ароматизатор натуральной мяты. Введение различных компонентов происходит в несколько этапов при нагревании одних и охлаждении других. Поэтому весь этот богатый комплекс, входящий в состав компонентов, сохраняет свои свойства и активность за счет равномерного распределения в основе геля. Медные производные хлорофилла используются для доставки кислорода и повышения обменных процессов, улучшения трофики и питания слизистой полости рта, тканей пародонта. Разработка уникальной основы позволяет гелю прилипать к биологической поверхности кожи, слизистой, десне и сохраняться длительное время, образуя заметную выраженную пленку. Поэтому масса геля при нанесении не требуется. Гель имеет достаточно экономичный расход и за счет образования пленки сохраняет и замедленно высвобождает все активные компоненты в своем составе. Касторовое масло применяется здесь и как компонент основы для растворения пихтового комплекса, и также как, собственно, активное вещество, обладающее антисептическими действиями, способствующее улучшению обменных процессов, как антиоксидант. Хлоргексидин введен сюда не случайно, чтобы оказывать заметное антисептическое действие, если имеется инфекционный компонент, и для сохранения антисептического действия после стоматологических манипуляций в кабинете, для поддержания состояния и защиты от повторного присоединения инфекционного компонента. Эвгенол улучшает пластические характеристики десны и слизистой, сохраняя влагу, повышая эластичность. Сорбитол является одним из компонентов основы, который повышает тягучесть геля. И совместно со всеми компонентами дает равномерную массу, в которой распределены активные компоненты. Ментол в данном случае используется как охлаждающий, местоанестезирующий компонент и при хранении геля в холодильнике и нанесении непосредственно на поврежденный участок дает действительно успокаивающее и охлаждающее действие. Ну, а мятный ароматизатор придает достаточно приятный вкус и запах готовому продукту и повышает настроение от применения. Смешивание всех компонентов основы в итоге дает прозрачную гелевую форму с включениями зерен хлорофилла, имеющий характерный светло-зеленый цвет. Упаковка происходит в профессиональную тару. Это шприцы, это пластиковые шприцы с канюлей, что обеспечивает дозирование продукта, его точечное нанесение и экономичный расход. Данная упаковка была выбрана специально и ввозится, сертифицируется отдельно . Гель выпускается в двух объемах, это 5 и 13 мл. Шприц закрывается повторно для сохранения свойств геля.
Гель, содержащий хлорофилл и хлоргексидин, используется там, где имеет место инфекционный компонент, либо имел, и после профессиональных стоматологических манипуляций в кабинете требует сохранения антисептического эффекта во избежание повторного присоединения инфекции. Гелевая основа позволяет длительно удерживаться на слизистой всем компонентам и замедленно высвобождаться по мере необходимости до 3,5 часов, сохраняясь на слизистой. На сегодня имеется много способов применения геля, и возможности постоянно расширяются, поскольку уникальная основа и комбинация компонентов, сохраняя все свои эффекты, оказывает мультинаправленное, разнонаправленное действие. Подробнее об этом вы можете найти в первом вебинаре, посвященном продукции Фитодент Периогель. Свойства геля с хлорофиллом и хлоргексидином. За счет своих пластических свойств гель наносится из тонкого носика, отлично прилипает к любой биологической поверхности, коже или слизистой, и обеспечивает за счет длительного сохранения продолжительное действие. Поэтому частота его нанесения не такая большая, только в отдельных каких-то случаях мы можем многократно наносить гель в течение дня для сохранения или поддержания эффекта. Срок данного продукта за счет содержания химического антисептика хлоргексидина, конечно же, ограничен сроком до 3 недель, поскольку в дальнейшем бактериальная флора может адаптироваться к химическому антисептику и на него не реагировать. Хотя все остальные свойства геля и его эффект будут аналогично сохраняться.